Мы находимся на границе на Монголию через поселок Ташанта на Цаган-Нур. Пока что очередь вот такая. В начале сентября, говорят, очень пропадает по пару дней. Да. Граница начинает работать в 9 утра и до 6 часов вечера. Приехали мы сюда ночью, в 2 часа ночи. Заняли очередь. Но, естественно, перед нами было 13 машин. Сейчас они прибавляются, потому что лезут без очереди. Так же, как на казахской границе, мы сейчас засекем время, за сколько мы пройдем эту границу. Между погранпунктами 28 километров грейдера. Проверим, есть ли этот грейдер или нету. Спустя полтора часа особо ничего не изменилось. Мы продвинулись метров на 10. Сзади вон монгол ралли, 3 машины. Спустя 2 часа мы подъехали к воротам. Наконец-то. Посмотрим, что дальше. Все, мы наконец-то пересекли две границы. Монголия и Россия. Заехали мы наконец-то в Монголию. Здесь вот такая вот гребенка. На въезде у нас взяли 50 рублей за въезд и 2100 рублей за страховку. По времени сейчас скажу, сколько мы шли. Границу мы проходили 4 часа. Сейчас время, час дня. В 9 мы вошли. Точнее, в 9 открылась граница, и все это время мы стояли в очереди из 15 машин примерно.